Здравствуйте, друзья. Доброе утро. Что-то мы с вами давно не дежурили по Америке. Давайте, значит, на эту тему поболтаем, что происходит. Ну, у нас, в принципе, как бы сказать, две такие тенденции. Тенденция такая, что Белый дом и вокруг Белого дома, и во главе Белого дома – это такой источник постоянных каких-то таких прыжков, скачков, акробатических этюдов там под куполом. То есть цирк вовсю там, значит, веселится. И, казалось бы, каждый день что-то такое там происходит, и можно было бы об этом даже поговорить. С другой стороны, ну нельзя же вот всю жизнь только о чужом цирке, понимаете? Получается такая вещь, что при всей вот этой вот непрерывности процесса, процесс этот приелся и как бы скучный становится, ну то есть неинтересно, ну что они, ну опять он, допустим, что-то соврал, так он каждый день что-то соврал, а что он там когда-то правду сказал, вот, или он раньше когда-то ее говорил, понимаете, надоедает. То есть рассмотрение того, что там происходит, имело смысл только в контексте того, как это обычно раньше бывало. И вот мы говорим, ну вот раньше это было так, а вот сейчас ты смотри, что происходит. Но поскольку уже оно все время происходит, и как бы уже сравнивать с тем, что раньше, уже интереса нет, поскольку, ну понятно, что это не то, как было раньше. Ну хорошо, а дальше само по себе оно довольно примитивное такое зрелище. Поэтому, ну хорошо, значит, ладно. Рейтинги падают, значит... Тут статья была вчера, что где-то я наткнулся, что не смотрите на рейтинги Трампа, как вы смотрите на сводку там погоды ежедневно. Понимаете, там не надо ежедневно на это все смотреть. То есть, такой был. Понимаете, многие ждут, что там куда еще этот рейтинг упадет, они смотрят, наблюдают. А вот там, допустим, такое событие произошло. Что с рейтингом? Да, там вот, значит, ну да, падают рейтинги. Но существенно вот в этом во всем, казалось бы, ну цирк и цирк, но что существенно? Существенно, что страна ждет некоторых перемен, и в том смысле, в каком что-то полезное могло бы произойти вот из того, что избрали Трампа, для страны как бы в целом. Это мы уже говорили об этом, то есть речь шла о том, чтобы понизить налоги и оживить экономику, о том, чтобы вернуть в страну где-то там не менее триллиона долларов, которые в других странах сидят, компании не вводят свои прибыли, чтобы налоги с них не платить, большой этот самый большой налог, вот, и собирались триллион долларов вложить в проект там инфраструктурный. То есть все это очень здорово, конечно, там замечательно, но дальше получается, что чем дольше мы обсуждаем, каждый день вот эти новости, понимаете, которые, ну, мы можем не обращать внимания, но вот люди, которые в Конгрессе, например, заседают там, да, они-то, им куда деваться. Вот, и вместо того, чтобы они могли сосредоточиться на каких-то реформах, на законах каких-то, ну что-то, вот та же реформа здравоохранения, но они там декларативно так, что-то там в палате представителей сказали, ну дальше над ней работать надо. Ну и вот, а как над ней работать? Вот когда такие дела происходят. То же самое с налоговой реформой. Ну хорошо, ведь налоговая реформа — это же непростое дело. С одной стороны, как бы вот люди, которые радостно говорят, вот налоги понизят, эту часть они понимают. А есть другая часть, которая, они, может быть, так не то, чтобы сильно ей озабочены, но все-таки, если мы снижаем налоги, то откуда возьмутся деньги тогда на все остальное, что мы тратим? То есть у кого мы должны забрать, да, и что из этого получится? Не получится ли, что у нас же и забрали? Вот так же, как с реформой здравоохранения, когда люди голосовали там за Трампа, чтобы он что-то улучшил, понимаете? А получается, что больше всех пострадают именно те штаты, которые за него голосовали. Материально. Они же не за это голосовали. Они же голосовали за то, чтобы лучше было. А выясняется, что теперь у них же еще и лучше не будет, а то, что было, заберут. Вот отлично.
Понимаете, поэтому, вот чтобы так не было, значит, должна быть какая-то продуманная, серьезная налоговая, кардинальная налоговая реформа. Так, такие налоговые реформы серьезные бывают раз там, в 25-30 лет. И надо сосредоточиться. Это много времени займет. Это не месяц, не три. Поэтому даже такие оптимисты говорят, что вот, ну, не раньше, чем там конец года, а может быть начало следующего, эта реформа состоится. Но если так пойдет, как сейчас, то непонятно вообще, что состоится. Самое интересное, что реформа здравоохранения, вот которую они там сейчас у себя там в палате представителей пока только допринимали, оказалась крайне непопулярной. То есть большинство населения как бы говорит, что это плохая реформа, это плохо. То есть как бы существенное большинство населения говорит, что это плохо. Очень многие республиканцы говорят, что это плохо. Ну так, а как же сделаешь реформу, когда вот каждый день там вот, вот тут что-то украли, там обманули, здесь пытались, значит, следствие сбить с толку там и так далее. Наиболее серьезное из обвинений, которые сейчас Трампу предъявляют, и сегодня был первый день, когда впервые в Конгрессе, в Палате представителей, там вышел, да, значит, член Палаты представителей вышел и сказал, что надо ставить вопрос об импичменте. То есть писаки там в газетах что хочешь напишут, но чтобы уже в Конгрессе человек вышел и такое сказал. А речь идет о том, что Трамп уволил не просто так директора ФБР, а уволил он его за то, что тот отказался закрыть следствие по делу вот этого вот Майкла Флина, который, ну, как бы, так сказать, под влиянием российских спецслужб как бы находился. Вот, и там все это растягивается, вытягивается и много сил отнимает. И самое главное, что Трамп на самом деле мог бы своей властью закрыть. То есть он имеет полномочия такие властные закрыть это дело. Но это могло бы привести к отставке уже добровольной директора там ФБР и какому-то еще, может быть, скандалу достаточно серьезному, может быть, еще более серьезному, я не знаю. Но сейчас выясняется, что он вот как бы так вот, да, хотел, требовал, чтобы тот закрыл следствие. А потом его уволил. И формулировка при увольнении была такая, что он себя дискредитировал тем, что тогда за пару недель до выборов, значит, сказал, что открывается, возобновляется следствие по делу Клинтон и ее там мейл-сервера. Сейчас выяснилось, что это подстава была, потому что он говорил, что там тысячи имейлов там и так далее. Сейчас выясняется, что там не было ни о каких тысячах, там речь не идет, там может полтора десятка этих имейлов было. То есть выглядит как явная подстава. Вот он его за эту подставу как бы вот и увольняет. При том, что он именно за эту подставу его и хвалил в свое время. Поэтому, ну, в общем, да. А тут выясняется, оказывается, вот он, значит, там хотел, чтобы тот закрыл дело Флина. Ну, в общем, наворачивается. Но дело в том, что давление на ФБР с целью закрыть дело, это уже то, что называется impeachable event. То есть это то, за что таки да, могут импичнуть. За то, что ты врешь все время и там, я не знаю, разглашаешь там какие-то военные секреты, разговариваешь с иностранными дипломатами, за это именно вот в импичмент тебя нельзя послать. Президент вообще технически, президент имеет право любую информацию перевести из разряда там закрытый в разряд открытый. То есть он имеет право. Другое дело, что когда Трамп чего-нибудь разболтает, он не потому это делает, что принято решение разболтать. Он это делает просто потому, что не понимает, о чем говорит. И как, ну, некомпетентный человек, но это правда. Но его же и избрали не как там специалист по разведке или там опытного политика. Его же избрали как человека, который далек от политики. А как человек далекий от политики, ребята, любой из нас на его должности, да, может что-нибудь сболтнуть, не понимая. И вот он тоже так, ну а что он? Он в разведке не работал, там, специалистов вокруг мало, там, грамотных, которые могли бы поправить. Кроме того, а как ты его поправишь? Он же не такой, которого поправить можно. Так, такая же туха вот, значит. Сегодня
С утра я глянул, там заметно упали акции. Биржа реагирует на всякие неприятности падением котировок. Доллар, соответственно, ну, значит, относительно евро, да, то есть евро повышается относительно доллара. Я думаю, тут в значительной степени еще, конечно, результаты выборов во Франции, потому что было опасение, что придет такой кандидат антиевропейский, да, но вот как только пришел проевропейский, так сразу как-то уже так евро начал себя получше чувствовать. Да. Ну, в общем, много таких событий. Честно сказать, я... Ну, то есть я так посматриваю, послеживаю, но никаких таких у меня нет эмоций особых по этому поводу, поскольку, ну, как бы на самом деле ничего не происходит. Вот, понимаете, как-то я слышал фразу, там человек написал в комментарии, наверное, это общее место, но для меня это было первый раз, он написал, что Россия такая страна, говорит он, где каждый год все меняется, а за 100 лет ничего. Да, за год меняется все, а за 100 лет ничего. И вот у них там то же самое. У них каждый день меняется какая-то вот там программа этого цирка. А на самом деле вот цирк, он и есть цирк, и набор, так сказать, набор номеров, в общем-то, такой, ну, как сказать, не сильно богатый на самом деле. Не сильно богатый. То есть... Хотя, конечно, иногда бывает что-то такое неожиданное выскочит. Но, в общем, уже привыкаешь вот к тому уровню неожиданного, который вот с ними там происходит. Жалко, конечно, что страна не получает как бы вот угля в топку. Понимаете, вот нельзя же так. Вот одна администрация ничего не делает, другая администрация ничего не делает. Но, а время-то идет. Понимаете? И дело же не в том, что вот, допустим, эта администрация себя дискредитирует, там те, кто ее поддерживал, себя дискредитируют. Осталось 1.5 года до выборов в Конгресс. И, значит, глядишь, там в обеих палатах республиканцы потеряют большинство. И последние 2 года правления Трампа превратятся примерно в то же самое, что было с Обамой. Вот чего бы он ни хотел, а все кукиш с маслом. Ну да, конечно. Ну хорошо, это замечательно. Я не то что там как-то к этому отношусь, но все-таки страна должна двигаться как-то. То есть получается, что мы вот живем тут как-то и копошимся, а та поддержка, которая должна сверху быть и отражать тенденции развития мирового и страны, и политического, и экономического, вот там ничего не происходит. И это тормоз. Вот тормоза не нужны никому. Я помню, знаете, что вспомнил сейчас? Когда Горбачев только пришел, только-только вот он пришел, и там у него была такая, он говорит, перестройка и ускорение. Вот ускорение, надо было ускорить. А я, в общем-то, тогда уже был там годам к 30, наверное, парнем, уже немножко соображал. И я думаю, а что ж тут ускорять? Надо же тормоза снять. Ты же не можешь ускорить то, чего вот буквально там на каждом колесе там по 3 тормоза стоит. Оно же ехать не может. Что ты ускоришь тут? Но так оно, в общем-то, и вышло в итоге, да? То есть они ничего такого ускорить не смогли и перешли к таким реформам, я бы сказал, рыночным. Ну, если можно это так назвать, вот то, что они сделали рыночным. Но, во всяком случае, идея у них была такая, что нужно как-то вот рынок создавать. Вот. Так вот, и мы тоже сейчас вот в Соединенных Штатах находимся в такой ситуации, когда надо тормоза-то поснимать. Вот, понимаете, ракушечник там на днище нарос, понимаете, надо его почистить, чтобы судно-то плыло хорошо. Вот этого не происходит. То есть судно есть, как-то оно плывет там вроде так, все ничего. Не то, чтобы уж тут прямо катастрофа какая-то была. Нет, катастрофы нет. Но и хода такого хорошего боевого тоже нет. Вот надо было бы почистить. Что еще сказать?
Даже не знаю, но вот это приближение выборов в Конгресс. А что такое полтора года, сами подумайте. Вот, приближение выборов в Конгресс накладывает особое давление на людей, которые там в обеих палатах заседают. Республиканцев особенно. Потому что демократам-то это все в радость, на самом деле, то, что происходит. А вот республиканцам, и им же избираться, там, переизбираться, и вопрос только, как бы не запачкаться, понимаете? А президент непопулярный. Уж такого непопулярного не было. Вот сколько наблюдают там за рейтингами, столько не было такого. Катастрофически непопулярный. И вот как бы не запачкаться, тоже интересно получается. В общем, да. Я думаю, что вот еще один из выводов, которые из всего этого происходит, из того политического развития, которое мы имеем с момента выборов, окончания выборов. Существенным выводом является то, что республиканская партия, мы не говорим про Трампа, он как бы так сам по себе там, но республиканская партия находится в чудовищном кризисе. Так же, как и демократическая, безусловно, они обе. Но демократы хотя бы у власти были, да, и казалось, что вот республиканцы придут, и они что-то сделают. Им давно хотелось, они 8 лет там кричали, ругались, обещали, критиковали, и казалось, что ну вот сейчас придут люди. Оказывается, они тоже не могут. То ли это от того, что они 8 лет занимались просто саботажем Обамы, и ни на что больше их уже не хватало. То ли это часть общего такого системного кризиса, когда истеблишмент, что республиканский, что демократический, вот этот истеблишмент настолько оторвался от жизни страны, настолько погряз в собственных каких-то интригах, настолько им кажется, что они могут формировать общественное мнение и задурить голову всем вокруг, и вот то, что их реальность, они эту реальность могут навязать всем остальным, и они будут откажутся от своей реальности, чтобы принять их реальность. Я не знаю, но вот то, что Трамп пришел к власти, это же тоже большое поражение республиканского истеблишмента. Это как бы совершенно очевидно. Но дальше вот все-таки есть Конгресс, есть там эти депутаты, там сенаторы, члены палаты представителей. И вот они не могут, они друг с другом не могут договориться. У них нет никакой толком программы, которую можно внедрить. Как они праздновали, что сами с собой договорились, чтобы проголосовать вот эту никчемную, непопулярную, всеми отвергаемую реформу здравоохранения, которую все знают, что она в таком виде не сохранится и никогда жизнью такой реальной не станет. Как они, бедные, радовались, что они друг с другом смогли договориться. Понимаете, друг с другом. Поэтому какой-то системный, серьезный кризис. Может быть, вот это должно было свалиться на нашу голову в виде Трампа и вот этого протестного голосования. Вот вся эта президентская кампания, она была протестной и на демократическом фланге, и на республиканском. И кто-то должен услышать этот протест и каким-то образом... Система должна перестроиться. Система достаточно гибкая. Я не думаю, что нам там, через 200 лет нужно там, новую конституцию. Нет, я думаю, это и достаточно. Но, безусловно, какие-то правки там должны произойти. Я не знаю, доберутся ли они когда-нибудь до вот этого института выборщиков, до коллегии выборщиков, чтобы ее отменить как-нибудь нафиг. Я не знаю, потому что... Она странно начинает работать, вот эта система. То есть, когда два президента подряд, республиканских, избираются, становятся президентами, значит, проигрышным количеством голосов. То есть, одно дело, когда это раз там в 100 лет случается, не вопрос, но когда на этом вся система строится, тогда, может быть, не надо так. Ну, в общем, да, или, например, вот эта вот публикация налогов, налоговые декларации кандидатов, которые идут в президенты. То есть все так привыкли к этому. И вдруг выясняется, что вообще-то это не закон. Закон такого нет. Есть традиция. Знаете, так, традиция. И вдруг приходит человек, говорит, а я и не буду. Вот. И можно, оказывается, не публиковать. И так далее. Я думаю, что вот там накопилось много вот этого, вот этих ракушечек, которые на корпусе корабля.
Вот, вот это надо чистить. Но, во всяком случае, стало видно очень много. Да, но самое главное, конечно, вот это элиты, оторвавшиеся от жизни. И богатые очень, понимаете? Богатые очень. Я читал тут какую-то статью, где там оценка шла. Экономическая реформ, которую Трамп хочет провести. Там сказано было так, что если вот произойдет то, что он хочет, то в течение 10 лет 5 триллионов долларов перейдут в карманы богатых из карманов бедных. То есть, видимо, это будет в форме налогов, это будет в форме... Ну, в смысле, они будут платить меньше налогов, соответственно, те, кто бедные, будут недополучать что-то в форме каких-то программ. Там я не знаю конкретно, как они это все насчитали и в каком формате произойдет. Но, в общем-то, это не будет в интересах бедных, нет. Нет, совсем наоборот получается. Поэтому непонятно вообще, как это все произойдет. Есть подозрение такое, что ничего особенного и не произойдет. То есть... Посмотрим, подождем. Я вот говорил как раз про отмену лотереи Green Card, которая, казалось бы, должна бы так вот раз, искрой такой бах, и закрыли, отменили. То есть давно к этому шли, 100 раз об этом говорили, и вроде бы... А сейчас я думаю, так они, может быть, и не в состоянии. То есть не потому, что они не хотят, они безусловно, хотят. Если бы они сели, обсудили, проголосовали, ее бы уже отменили. Но они не в состоянии собраться, сесть, обсудить и проголосовать. Понимаете, даже такую ерунду. Так что, в общем, ждем, наблюдаем, но без фанатизма, вот так бы я сказал, наблюдаем без фанатизма. Счастливо!